Всем доброго вечера, с вами Варак, и это продолжение чумных историй. А в прошлой, в первой части, мы познакомились с младшим братом, увидели смерть родителей главной героини, и нам пришлось спасаться бегством от толпы кровожадных наемников, которых возглавлял, понял, представитель инквизиции. Ну, судя по всему, да, это был инквизитор. Вот, поэтому мы спаслись от них прыжком в реку, и теперь начинается вторая глава, которая называется «Незнакомцы». Да, давайте начнем. Продолжаем. Так, что здесь? Самицы, младший брат Кука теряют родителей, когда инквизиция нападает на фамильный замок Дерунов, чтобы захватить мальчика. Амиция почти не знает брата из-за странной болезни, тот всегда был заперт в своих комнатах. Теперь ей предстоит отвезти мальчика к Лаврентию, лекарю, который пытался исцелить его. Ну, замечательно. Так, что у нас есть? Давайте мы посмотрим сначала... Здесь у нас ничего. Ладно, бежим. Амисия, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. Хорошо, on dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman. Oui. On fera ça. Так, и какой вид это? Я так понимаю, да, это монастырь. Мы около какого-то монастыря. И что-то мне подсказывает, что здесь все, ой, как нехорошо. Привет. Привет. Да-да-да-да-да. Он не захотел с нами играть и убежал. Ладно. Так. Дровишки. Лошадка, лошадка. Привет. Ils sont vraiment très grands. Ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits? Ils sont malades? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. Пока меня радует внимание к деталям в этой игре. И надеюсь, что... Des pommes, Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas, tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger? Так, мальчик хочет есть. Надо поискать ему еду. Может быть, что-нибудь да найдем. В конце концов, пацан настрадался. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Черный дым. Так, ну давайте посмотрим сначала по округе, по окрестностям. Ну-ка, там что? Здесь у нас тоже ничего нет. Интересненько. А вот так. Давайте-ка вспомним, как отпускать руку. Бросить. А. Нет, не то. Клавиатура, пардонте. Пересесть, перепрыгнуть, так, уклониться, бросить, так. Становиться. Да, Z, все понял. А, они не могут сейчас расцепиться, то есть я все правильно нажимал, но расцепиться они пока что не могут. S'il vous plaît, attendez, madame. Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. Нам в ту сторону, давайте... Прошвырнемся опять же по окрестностям. Посмотрим, что к чему. Мальчик хочет есть. Ничего нету? Нет, ничего. А, дым в той стороне. Я даже не знаю. О, ну-ка. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid.
Да, конечно, все они там откроют, ну-ка. Il y a quelqu'un? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ну, я так понимаю, никто не откроет. Il y a quelqu'un? Nous avons besoin d'aide. Да, никто не откроет. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ну, судя по всему, на этот город кто-то донапал. Потому что, ну, не зря люди так напуганы. Ну-ка, здесь. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider? Allez-vous-en! Mais je suis la fille de votre seigneur! Забаррикадировалась там, забаррикадировалась, пардон, себя и... C'est pas vrai! Il se cache. Ну, если не прячется, значит, они от кого-то прячутся. По-моему, все логично. On a trop attendu! Il faut qu'on parte d'ici, je te dis! Mais pour aller où? Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Так, двери, которые помечены белой краской, это неспроста. Это неспроста. Значит, двери кто-то помечал. Ох ты. Я rien pour vous ici. Fichez le camp. Кто? Mais qu'est-ce qui vous prend? А, вот. Moi, j'aime pas cet endroit. Да, мне, знаешь, парень тоже здесь нравится. Ну-ка. C'est du savon? Ne touche pas, Hugo. Laisse. Мыло. Почему он так боится мыла, кстати? Ну-ка. И зачем мы сюда... А, курица. Одна курица мертва. Ой. Ладно, бежим дальше. Судя по всему, ничего хорошего мы здесь не найдем. Только неприятности. Да, мы пробежались по кругу. Пока что ничего нет. Ну и мальчик голодный. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Слушайте, эта озвучка прям для меня, потому что они очень мило картавят. Да, здесь ничего нет. Ну-ка. Les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde? Au point où on Ну-ка, en est. Яблоки. Je crois que oui. Oh, merci. И мы покормили парня. Отлично. И получили ачивку. Великолепно. Так. Le village est contaminé. Мальчик. C'est pour ça qu'il накормлен. Слева от меня раздаются какие-то крики. На наушниках это прекрасно слышно. Бежим налево. Это Ох ты. Пахнет едой. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Je vous le dis. Неплохая у него. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia! Viens vite! Да, бежим. Правильно, это была трезвая мысль. Бежать. Ух ты. Ну понятно, нас ведут прям по коридору. Сюда. Угу.
c'est calme ici. Il va nous voir. Quoi, ce machin? Écoutez. Ну и сейчас он нас заметит. Ох ты! Все понятно. Амиция погибла. Вернемся к контрольной точке, ладно? Ну так. C'était quoi ce vacarme? Угу. Ну вот, все, все сработало как надо. C'est bon. On y est. On l'a bien eu. Так, сколько можно? Отстаньте от детей, а? Быстро по-французски вид. On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ok. On va la pousser. D'accord. А, все понятно. То есть нам нужно. Да. Мальчик молодец. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Так, а мы ничего здесь не пропустили? Никаких предметов? Ну-ка. Вроде нет, ну... Нам сейчас не до предметов, мне кажется, если честно. Да, побежали. Ну хотя бы руку подала, джентльмен. Так. Всего... Все есть. Всего достаточно. Наташа, вижу. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? В ту сторону, судя по всему, да. Так, давайте-ка. Aide-moi à pousser. D'accord. Ну вот если бы не этот провал со стелсом на кухне, было бы вообще все идеально. Ну пока тоже неплохо. Так. Ну, судя по всему, у нас опять ждет погоня. S'il nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Теперь я понимаю людей, которые говорили про то, что. Les étrangers. Non. Да, овца. L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Lucia. Так, 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 так. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Je l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Ah, нет. Вот теперь да, и сейчас я так понимаю, парень нам поможет. Allez, allez. А эти товарищи-то там стоят. Браво! Как её откинуло? C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Парень вообще нас спас. Парень красавчик. Теперь? Куда? Где? Сюда? Amicia, cachons-nous! Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Vous voyez, c'est que je les marmots. Je vais les renvoyer en enfer. Вот вам и охота на ведьм. Вот вам и справедливое правосудие.
Ладно, бежим дальше. И да. Ну, предметов я не вижу. Предметов я, по крайней мере, сейчас не... Конрад a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Ты троп ça normal, une fillette et un enfant ici. Надо посмотреть, как этот парень ходит. Если он сейчас вернется, то надо подождать, пока он вернется и Или как? Ага. А ну-ка, давайте. C'était quoi ce bruit? Мы подобрали горшок. Так, а нам нужно... Так, нам нужен горшок и... Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Mm-hmm. Какой умный стражник. Точнее, крестьянин. Это... Беги. Беги, 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 беги. Сразу ведь, а? О, нет! Вит, s'il te plaît! Je sais, je sais! Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite, vite! Ils savent qu'on est là! Non, elle est bloquée! Заблокирован, ну-ка. Hugo, passe par là! Ouvre-moi! D'accord. А, он сейчас дверь откроет, понял. Tu peux l'enlever? J'essaie! Fais vite! Vite, Hugo, je t'en supplie! Hugo, мне страшно, там злые крестьяне. Ох, ё-моё. Пацан, торопись! Злые крестьяне, мёртвой курицы, что может быть хуже? Бежим. Бежим. И скорее сюда, сюда. Ух ты! Entrez. Seigneur, c'est le coin le plus infecté du village. Чумная часть деревни. On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Отлично. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Non. Vous êtes trompé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Что-то мне надеюсь, что эта бабуля не людоед, как бывает в старых сказках. Может с ней поговорить, нет? Людоед или у нее там живет сын полудурок, который убивает несчастных детишек. Так, давайте посмотрим пока. Ну да, антисанитария, да, еще конечно. Ну, ладно. Ça sent la maison. Mère utilisait le même. Uh-huh. Еще один предмет, это хорошо. C'est mieux. Hmm. Et toi? Ей On идет. Doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Прям Mais очень даже неплохо. On va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends. О, пацан, а он с характером. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia, et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Она сейчас скажет, кто Mais родители, и старушка проболтается, à потому что все уже знают. Nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus.
Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Я так понимаю, нам сейчас откроется крафт. Ладно. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Так. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que cuir. Инструменты. Великолепно. А, наверху мы ничего не оставили? Вернуться к мужчинкам? Нет, спасибо. Так, ну давайте еще посмотрим второй этаж, как ты быстро с него убежал. Нет, ничего не осталось. Книгу посмотреть нельзя. Стены бы здесь, конечно, подправить, отштукатурить. И дом был бы вообще просто отличный. Большой. Ну, единственное, что скрипучие половицы. Ну, это поправимо. Ну-ка, давайте-ка поставим ее на каком-нибудь красивом фоне и попробуем сделать атмосферный скриншот. Ну-ка, давайте. Смотрю вдаль. Отлично. Все. Так, здесь что-то было, я видел. Voilà le cuir. Bon, кожа. Travaille maintenant. Подождите, я хочу посмотреть все. А, вот здесь, кстати, пацан может пролезть, судя по отметинам. Да, он может пролезть. Надо запоминать такие места. Мы несколько уже, кстати, пробегали, но из-за погони не получилось воспользоваться. Allez, applique-toi, Amicia. Так, проща улучшение. Ага. А, вот она улучшает. Seigneur. Avec de bons matériaux comme cela, ух ты, je pourrais l'améliorer сумку encore. Можно улучшить, карманную сумку для снарядов, скарб. Угу. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvie. Так, что нам еще нужно? А, ну вот нам необходимо 5... Я не знаю, что это кристаллы, кожа, инструменты здесь. Кожа, капля какая-то. Ладно, это мы откроем по ходу дела. Побежали, поговорим со старушкой. А, alors? C'est bien mieux. Merci, Clairvie. Merci pour tout. Je sais que vous les avez perdus. Ouais. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Oh, pas de ça, non. Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia... Tu mens! Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi! Menteuse! Menteuse! Je déteste! Сейчас я бежу через ту... Hugo, non! Через ту отверстие, да. Ne sors pas, tu es fou! Ну и теперь замечательно еще за ним бегать. Бежит прям в чумной квартал. J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non. Je suis désolée. Где? Кто? Ох, ё-моё. Non, lâchez-le.
Alors c'est là que t'es. Non, attendez, on peut juste s'en aller. Je voulais pas. Amicia! Amicia! Hugo! Ой, пацан, а ну вот ты сам это все затеял. Зачем было? Она его убила, да? Она его убила. Поздравляю. Счет открыт. Как атмосфера-то сразу же напряглась? Точнее, нагнетается все, видите? Как сразу же. Ну это, судя по всему. Arrête de gigoter. On attend juste ta... Moi, tu ne m'enterreras pas. Je vais commencer par toi. C'est comme ça que tu peux me tuer. Obligé de pas faire ça. И как с тобой бороться? А сбежать? Да, сбежать, судя по всему, не получится. Так, давай. А, вижу. Понял. Не дур... Ну все, сейчас мы ему, значит. А, один удар? Один удар всего лишь? Так, как работает уклонение тогда, скажите мне. А, вот. Так, вон раз крепёшь. Да, я понял, как работает уклонение. Нет, не понял. Повторяем. Ну, то есть... Он становится более... ловким, что ли? Сюда. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Je vois. Tu as ça en toi. Viens, ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Ага. Tu peux pas давай, 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 давай. Crois-moi, je vais t'avoir. Сюда иди, я скажу. А почему такая атака-то? J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. А, вон у него. Я понял, то есть ему нужно зайти за спину и... Ох ты как! Все. Один, одного удара камня ухватил? Серьезно? Один удар камушком и все. Амисия. Tu l'as tué. Так не только его. Слушайте, эта игра прям кладезь скриншотов. Да, догадались таки, да? Переброс через забор. А в храме, скорее всего... Так... А, это мы уже, судя по всему, знаем в следующей части. Потому что начинается глава номер 3, воздаяние. Итак... Ну что могу сказать? Игрушка... Игрушка жесткая. Игрушка жесткая и красивая. Ну вот мальчик своим поведением, конечно, начинает надоедать. Я понимаю, что это ребенок, но... Regarde, Amicia. Но... J'arrive. Так, мы в храме, но что это за храм, мы, наверное, узнаем в следующий раз. Вот, всем спасибо за просмотр. Следующая серия будет как только так сразу. Ну, игрушка мне нравится, поэтому... Не знаю, что сказать. Меня пока что, знаете, меня переполняют эмоции. То есть, мне нравится визуальный стиль, мне нравится вот эта мрачность, мне нравится... Насилие, причем оправданное,
стороны, ну, главных героев, неоправданное со стороны антагонистов, ну, пока что в данном случае в этой главе антагонистами были крестьяне. Вот. Ну, в общем, мне пока все нравится. Абсолютно все. Ну, а в особенности озвучка. Озвучка, музыка, это просто великолепно. В общем, дамы и господа, всем спасибо, всем хорошего вечера и увидимся в следующий раз. Всем пока-пока.